I'll never decide. Всем привет, с вами снова Дэйчик, и сегодня мы проходим NFS Pro Street, и сегодня мы будем, наверное, проходить Рэй Кригера, потому что он самый легкий. Так, ну что ж, погнали. Рэй Кригер, готовь свою корону. Как это печально, но мы у него отберем корону. Надо, наверное, FPS побольше было поставить. Итак, напоминаю еще раз, сейчас выступает... Ну что, готов он там? Ага, понял. Так, подождите, он еще сейчас я приостановлю. Ну что ж, дамы и господа, кто из вас мечтает прокатиться по этой трассе? А? Я так и думал. Ну что же, участники JFX тоже мечтают об этом. И представляете, сегодня они реализовали свою мечту. Ну, кстати, кое-кто оказался слишком нетерпелив, решил опробовать трассу заранее. Так, давайте попытаемся побить рекорды. Рекорды этих трасс надо, как, по крайней мере, побить. Блин, а чё FPS? Подвисает, чуть не пойму. Я даже вроде... Как сказать? У меня бодикам включен сейчас. И сама игра. Чё за херня? Может, реально FPS поменять кадры? Да, вроде не лагает. Бля. Молодец, блин. Да, трасса скоростная, блин. Этот придурок у меня врезался. Вот так поворот. Райан Купер сделал Грина Мэя. Боюсь, что для Грин Прайдера сегодня не самый лучший день. Рэй Кригер
И в любом случае мы поздравляем Райана Купера. Он просто молодец. Минуточку. Так. Давай-ка еще пройдем, Руди Чен. В принципе, можно и рекорды побить. А хотя это не важно вроде. Рекорды. Хотя важно, не важно. Хрезая важно. Попробуем. Без повреждений приехать. Может, побьется рекорд. Вот и они. Следующая группа. Что ж, все мы ждем старта. Сейчас все начнется. И вот это старт. И великолепный старт. И смотрите, он выиграл приза еще до первого. А смысл проходить его, если он уже пройденный? Знаете что, сегодня утром я пообщался с гонщиками. Так вот, у всего паддока на слуху одно имя. Угадайте, какое? Конечно, Райан Купер. На последних гонках G-Effect он доказал всем, что знает толк в крипорейсинге. И прежде чем мы продолжим, хочу... Надеюсь, тут хватит очков, которые я имею. А то что-то не знаю. Давайте. Что, давай грузить быстрее. Блин, 8 ППС. Вы что, издеваетесь? Сейчас нас ждет крайне интересный заезд. Так что приготовились. И нужно это будет битва. Жаркая битва, я не сомневаюсь. Ну что же, леди и джентльмены, приготовьтесь наблюдать исключительное зрелище. Сигнал подан на нашей линии, больше не увидит. Только лишь первый поворот, а он уже возглавил заезд. Я с удовольствием отмечу, что сегодня стали гонщики команды Грип Рана. Но нам надо это начать. Этот парень будет серьезно бороться. У него есть все шансы ее добыть. Все, внимание на старт! Все готово, и машины вот-вот сорвутся с мест! И вот он старт! Гонщики стремились вперед! Смотрите-ка! Так, мы находим первый поворот, и у нас новый лидер заезда! Посмотрим, сумеет ли этот парень! Да ё-моё! Почему этот придурок каждый раз там стоит, блин? Специально затормозил, чтобы я в него впендюрился. Думаю, никто не будет спорить, что этот господин из Амбер-Клайд нам будет сильнейший. Да, сегодня нас ждет поистине экстраординарный грибрейс. Ну что же, поддержим ребят. Пусть они слышат, что мы все вместе с ними. Далее, джентльмены, вот и сигнал на начало заезда. Великолепный старт. И смотрите, он вырвался в лидеры еще до первого поворота. Ну что ж, соперники стараются не отставать. А впереди у нас еще много Да, блин.
круга, блин. Господа, я вам скажу, я вот что. Пришлось мне пересмотреть свой фильм, потому что мой фильм этих парней не откровенно удивил. Зад падает того, ну ладно. Немножко зад помял. Это фигня. Его надо какой-то потом скриншот удалять. Рэй Кригер, блин, приехал. О, на сегодня 19 черных кругов самый Иван Тарковский так и слайд. Это тот самый бешеный Иван. Он заслужил свое прозвище благодаря не самой обычной манере вождения. Прямо скажем, за рулем просто-напросто псих. А вот в обычной жизни
не важно, насколько далек от сумасшествия, насколько это в принципе возможно. Я бы сказал, что это самый нормальный человек из всех, кого я знаю. Смотрите, Боба, он выступает на Эво 9. Иван Тарковский. А это, да, русский. Русский человек на японской тачке. Да, неудивительно. Подождите секунду. Вы слышите этот рёв? Да, мы готовы. Ненадолго. Значит, это G-эффект. Тарковский, блин, что-то проигрываешь. Хоть ты и русский. Сегодня мы видели уже немало замечательных заездов, но самое интересное, как всегда, впереди. Кстати, а как там Райан Купер? О, Купер себе на уме. Он сосредоточен и целеустремлен, и это приносит плоды. И сейчас я хочу всем вам сообщить, что... Так, секундочку. Слушай, ну передай, 6 примерно все кончится, а? Так, VIP-класс. Что ни говори, удивляющий нас состав участников. Держу пари, сегодня у нас будет немало прекрасных. Да-да, вот-вот будет подан сигнал, поддержим участников заезда.
Ну вот и старт, сигнал подан, вот и старт, Алексей. Ну что же, заезд еще только начался, а у нас... Быстро, больше, потому что пока я просто-напросто выдержу, чтобы такой же прогноз.
Наезд получается весьма любопытным. Что скажете? Пока все идет просто замечательно, и даже Райан Купер наконец освоился. Похоже, отказ от, ну, от ночных забав пошел ему на пользу. В его активе уже парочка блестящих побед, и надеюсь, что он продолжит в том же духе. И сейчас я хочу... Вау! Что? Кто за... Да, погодки, вот что я хочу вам всем сказать.